Универсальный спортивный комплекс «Новое поколение» похож на муравейник. Его облюбовали юные дзюдоисты. Более 600 спортсменов из десятка регионов страны собрались, чтобы разыграть награды первого этапа детской лиги дзюдо «Кубок Симбирска». Но эти соревнования в первую очередь должны дать много положительных эмоций, так как проводим это как большой спортивный праздник. В то же время учебный и соревновательный опыт, который необходим юным спортсменам, в преддверии больших турниров, международных, например, или первенств России. Подобные соревнования для юных спортсменов в истории Приволжского федерального округа организованы впервые, поэтому и уникальны. Они пройдут в несколько этапов – 4 в Ульяновске, по 3 в Самаре, Пензе и Оренбурге. Каждый из 13 турниров посвятят отдельной теме. Первый из них – Ульяновский – проводят в рамках Всемирного дня дзюдо и устраивают акцию «Посади дерево». Так, благодаря стараниям ведущих ульяновских спортсменов и ветеранов регионального дзюдо, в аллее ФОКа «Новое поколение» и появляются еще 3 маленьких туи. Любое действие, который к чему-то ведет, да, я думаю, оно будет на благо планеты в пользу. Любое дерево, любой куст. Тут же, я так понимаю, что еще есть глубокий какой-то смысл в философии, что мы должны быть лучше себя вчерашних. И такими промо-акциями мы делаем что-то на земле, шаг за шагом лучше и лучше. Более 100 медалей разыграли участники первого этапа детской лиги дзюдо «Кубок Симбирска». Более 20 из них остались в Ульяновске. Среди победителей турнира – юные ульяновцы Мурат Мафтахидинов и Илья Елизаров. Именно они возглавили рейтинг новых соревнований и будут фаворитами на следующих этапах. Михаил Рсашанский, новости Улправда ТВ.